В Рязани выберут воспитателя года. Торжественная церемония открытия регионального этапа всероссийского конкурса состоялась в понедельник, 27 апреля. Удачи конкурсантам пожелала министр образования региона Ольга Щетинкина. Конкурс «Воспитатель года» вошел в историю рязанского образования как праздник творчества, как праздник любви к детям, как праздник новых находок и открытий. Сегодня, когда дошкольное образование стало уровнем общего образования и входит в систему всего общего образования, ответственность воспитателей повышается. С 1 января 2016 года вступает в действие стандарт дошкольного образования. И это накладывает на нас с вами новые требования и новую ответственность. В этом году штурмовать педагогический олимп будут воспитатели из 25 районов области. Одной из них станет Евгения Кузьменко из Шиловского района. Моя работа называется «Формирование навыков звукового произношения через элементы логарифмики». Такая система работы, которая помогает совершенствовать речь ребенка, развить в сочетании с музыкой слово и движение одновременно. Детям очень нравится заниматься логарифмикой и показывают высокие результаты на конец обучения.